Новую концертную программу представил столица Государственный оркестр Академия солистов в рамках недели итальянского языка. Вместе с коллективом на вечере выступил известный итальянский пианист Джулиано Мацаканте. Программа вобрала в себя лучшие произведения зарубежной классики. Ценители искусства услышали композиции таких величайших авторов из мира музыки, как Ференц Лист и Антон Брукнер. Следует отметить, что мероприятие было организовано совместно с посольством Италии. I'm very happy to be for first time in my life in this wonderful country. Я очень счастлив быть впервые здесь, в Казахстане, в этой замечательной стране. Хочу отметить, что у вас отличный дирижер, блестящий оркестр. Для меня большая честь выступать с казахстанским оркестром. Я исполню мой самый любимый концерт. В программу вошла симфония Брукнера, которая имеет большое значение для меня. Концерт очень эмоциональный, как и публика здесь. Between us, me on the stage, and people in the audience and the orchestra can be really great.